В лагере «Березка» прошла профилактическая акция «Безопасное колесо». Направлена она на то, чтобы дети за время летних каникул не забыли о правилах дорожного движения. Ну а в случае, если лето они проводят в городе, были внимательнее. Особенно это касается любителей активного образа жизни. Для них дорожные полицейские придумали специальный конкурс. Школьники соревновались в фигурном вождении велосипеда. Участие в акции приняли 4 команды. Более 400 детей в возрасте от 6 до 16 лет выступили в роли болельщиков. Дорожные полицейские заверили, на этом профилактические акции не завершатся. Цель каждой из них – повышение уровня защищенности участников дорожного движения, недопущение дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, укрепление транспортной дисциплины водителей и пешеходов. Также продолжатся акции во всех детских лагерях. Сегодня уже проводятся именно мероприятия в виде конкурса, когда дети в игровой форме запоминают правила дорожного движения в первую очередь и другие различные. Это навыки вождения велосипеда, навыки оказания доврачебной помощи, ну и творческий конкурс, посвященный правилам дорожного движения. Это, опять же, напоминание правил поведения вблизи дорог и на улицах города Саратова.